В Люберцах продолжаются проверки без наличной оплаты проезда. Под контролем все транспортные компании, которые осуществляют пассажирские перевозки на территории городского округа. К очередному рейду присоединились мои коллеги. Вместе с пассажирами в автобусы и маршрутки заходят ревизоры. Цель – проверить исправность терминалов для безналичной оплаты проезда. В рейде принимают участие не только сотрудники органов транспортного контроля и администрации округа, но и руководители компаний-перевозчиков. Можно что-то? Конечно. Все, в принципе, работает. Периодически выходим на линию, когда есть какие-то жалобы. Следить за работоспособностью валидаторов – обязанность каждого водителя. На сегодняшний день весь общественный транспорт, курсирующий по городскому округу Люберцы, обеспечен оборудованием для приема безналичной оплаты. В конце рабочей смены водитель приходит, сдает валидатор механику. Механик спрашивает, были ли какие-нибудь замечания при оплате. Если замечаний никаких не было, то механик просто ставит его на зарядку. Если были какие-то замечания, то механик выдает другой валидатор, который резервный. А с этим техник разбирается в течение рабочего дня. Подобные рейды проходят в округе систематически. В первую очередь участники инспекции проверяют маршруты, по которым поступают жалобы от жителей. Для профилактики осматривают и те, которые в зеленой зоне. Со второго раза получилось. Видимо, как бы машина, технический сбой. Бывает. Всегда все работает, всегда все четко. Пожалуйста. Если нужен чек, можно попросить, ну как бы все выходит. Все нормально с этим. Все больше пассажиров используют бесконтактную оплату проезда. С учетом эпид-обстановки это наиболее безопасный и удобный способ. Если в общественном транспорте неисправный терминал, то пассажир имеет право на бесплатную поездку. Сообщить о нарушении работы валидаторов можно, позвонив по номерам, указанным на экране. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.